Что это за звуки? Похоже на взрывы. А, это война на западном входе. На диванах лежали, вставать не хотели. Пусть теперь сами воюют. Главное, что у нас тихо. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного. И жить припеваючи. Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Пусть там внизу хотя бы попытаются. Все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются. И поймут, ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? За последние партии медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры да аналитики. Кругом одни менеджеры да аналитики. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность?